Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала «Обо всёмыч». В сегодняшнем видео я расскажу вам, какие вещи не стоит держать в доме тельцам. По утверждению астрологов, есть вещи, которые отталкивают удачу от знаков зодиака, и от них необходимо избавиться во избежание проблем и для привлечения удачи в жизнь. Не секрет, что тельцы очень бережливы и запасливы. Они склонны все нести в дом, но проблема в том, что они редко что-то выбрасывают. Даже те вещи, которые уже не нужны, бережно хранятся на полочках, на всякий случай вдруг пригодятся. Итак, потихонечку в доме у представителей знака зодиака Телец скапливается огромное количество вещей. Да и вообще среди тельцов очень много коллекционеров, собирающих старинные вещицы, антиквариат, различные статуэтки, редкие монеты, марки и так далее. По мнению эзотериков, все эти вещи не дают тельцам стать свободными, засоряя их биополе и мешают обновлению. Так вот, наши специалисты считают, что для привлечения удачи в жизнь тельцов им необходимо очистить от лишнего свое пространство и обрести внутреннюю свободу.